Всем привет, любители стальных баталий, для вас вещает Роуч. Сегодня я зашел на ПТС, сделал такой небольшой видосик по новой машине 7 уровня Т-80, которая появится у нас с выходом патча 0.19. Это уже будет совсем скоро, в конце марта, как обещают разработчики Mail.ru Group, что обновление будет довольно хорошее, множество исправлений, доработок, расшивание техники, уйдет наконец-то пиксель-хантинг, сделают автопушки более нормальными. Ну и подвижность танкам вернут. Ну, для начала хотел бы рассказать, что Т-80У будет заменять обычную 80-ку. Т-80У имеется стандартная защита Контакт 5. Также присутствуют дымы. Так, в арсенале мы имеем ПТУР Рефлекс с пробиваемостью 700 мм и уроном от 522 единиц до 650, грубо говоря, если попадет в нужную зону. Также есть кумулятивные снаряды с пробиваемостью 630 мм и уроном 522-638 единиц урона. И есть бобсы с пробиваемостью 640 мм и уроном от 577 до 706 единиц, что довольно неплохо. Урон у нас базовый 629, пробиваемость 540 мм. Урон минуту у нас составляет 3851. Одна единица. Время перезарядки 9,8 секунд. Это без экипажа, без командира и без оборудования. Прочность 2550. Довольно, кстати, неплохая прочность на самом деле. Максималка 71 километр. Ну, я думаю, можно будет и получше сделать ее. От 0 до 32 за 5 секунд. Масса машины 42 тонны, грубо говоря. Так. Углы склонения орудия. Минус 7, минус 3,5. Минимальный разброс 0,3, но можно за счет, наверное, будет оборудования, перков экипажа и командира его улучшить. И время прицеливания, соответственно. Так. Попробуем зайти в PvP. Не, в PvP нас не пустит. Скорее всего, нам нужно будет зайти, наверное, на полигон. На полигон, потому что в ангаре по каким-то техническим причинам Т-80У отсутствует. Сейчас зайдем на полигон. Проверим подвижность танка, динамику. Ну и попробуем его пострелять по ближайшим конкурентам. Это М1 А1 Абрамс, который перекочевал с 8 уровня на 7. Посмотрим на его броню, что могут на самом деле снаряды Т-80У сделать, по крайней мере, на ПТС. Моделька танка довольно интересно выглядит. Сейчас уберем полностью интерфейс, посмотрим. Смотрите, да, ребята, мы дождались той самой винодинамической защиты, дымов. Смотрите, как он обалденно, кошерненько выглядит. От обычной 80-ки, грубо говоря, ничего не осталось, наверное, кроме корпуса. Смотрите, как он обалденно выглядит. На прошлой интеграции у той 80U он был именно одного цвета зеленого, а теперь, видите, он стал таким сверху немного темным, а по бокам зеленым. Так. Перезарядка, смотрите, получается 8 секунд, хотя написано ПТХ, написано 9 секунд перезарядка. 5 дымовых завес. Получается. Так, вот немножко у нас тормозит ПТС-очка. Сейчас проедемся. Сейчас поставим бобса. Проверим динамику машины. Прокатимся на ней. Посмотрим, что она себе представляет. Ну. Семидесяточка. Так. Так, проедем по полосе препятствий. Как ты себя покажешь? О, довольно неплохо. Прям идет, смотрите, ребята. По неровностям, смотрите, прям отлично идет. Оп. Отлично прям. Да, довольно подвижно на самом деле. И где-то здесь, я помню, видел М1, А1 Абрамс, который именно стоит там внизу и которого не придется выталкивать. А вот он и стоит. Так, сейчас мы его немножко объедем. Станем вот почти вот здесь, вот в конец карты. Увеличим. Так. И попробуем стрелять в М1А1 Абрамс.
который раньше находился и который сейчас находится на основных серверах, он находится на 8 уровне. Он перекочевал теперь на 7, а за место обычного Абрамса, который переместился на 6 Абрамс. Давайте попробуем пробить. Так, ну, щеки башни красные. Лючок. Узел уничтожен. Скорее всего, наверное, не все время будет пробиваться именно туда. Сейчас попробуем еще раз. Да, не пробивается. Так, под пушкой видим зеленую зону. Сейчас попробуем. Ох, нифига себе. 816. Заходит. Так. Ну, скорее всего, тонкая полосочка под башней, но, наверное, она не будет биться. Да, нет пробития, скорее всего, раз через раз будет туда заходить снаряды. Так, ну, люк мехводов горит красным. Скорее всего, хрен туда можно будет чем пробить. Ну, хотя, наверное, вот сюда вот. Нет пробития, да. Он, скорее всего, не будет биться. Так. Нижний бронелист. Что мы видим? Вот стык, скорее всего, будет, наверное, биться. Да, 730 он пробился, получается. Так. Ну и здесь я тоже думаю, что здесь он, скорее всего, биться не будет. А вот именно вот здесь и вот здесь, я думаю, он, скорее всего, будет биться. Давайте, наверное... Да, видите, как видите. Все-таки он пробился. Так, где-то у нас еще там есть один Абрамс. Так, ладно, сейчас мы к нему подъедем, пока проверим. Да, БТС у нас дико лагает. Извиняюсь, конечно, ребятки, за лаги. Сейчас мы попробуем по прямой разогнать. Посмотрим, что он себе покажет. И разработчикам хотя бы давным-давно уже пора было бы ставить технику 7 уровня или хотя бы 8 уровня, чтобы своих ближайших конкурентов, а не какие-нибудь сейберы, Т-64, Expedition танки. Так, сейчас будем напрямую посмотрим. Ну, моделька обалденная, просто реально, ребят, смотрите, как сделано. Вот на щеках башни, это вот защита динамическая, как она выглядит обалденно. Так, вот остановимся, посмотрим. Смотрите, как обалденно все это выглядит. Модельку еще, скорее всего, подтянут, потому что это еще не финальная интеграция теста. Еще, скорее всего, будет один. Так, давайте попробуем разогнать. Так, написано 70, ну, грубо говоря, 72 километра. Посмотрим, сколько мы сможем разогнать. 70. 70 идет. 70. Так. 70. И мне что стало еще очень интересно. Интересно, смогу ли я вытолкать мерковой из ямы и обстрелять ее. Обстрелять, ну, как видим, поменялись еще на списках команд, поменялись значки, теперь будут выглядеть совсем по-другому. Так, меркова, 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 меркова. Меркава 2Т тоже перетерпела изменения. Появилась у нее динамическая защита. Ей дали тур лохат. Так, ну, Меркава. Ну. Давай тебе вытолкну. Так. Не получилось. Ну, говорят то, что снизу она будет биться на ура. Так, что у нас, кстати, по грунтам там? Ну, по грунтам, грубо говоря, полтинник идем. Проверим задний ход танка. Минус 17 километров. Ну, довольно неплохо по сравнению с тем, что я слышал, что многие вододелы говорят, что именно назад техника вообще не ехала, сейчас едет минус 18. Ну, хотя на самом деле, мне кажется, это довольно очень мало.
Так, сейчас попробуем спавнуть ображку. Попытаемся его столкнуть. Да, ПТС глючит уже на ура. По каким-то причинам танк недоступен в ангаре, он исчез просто из ангара, хотя раньше он был в ангаре, а теперь он недоступен, его просто нет. Выставляешь фильтры, делаешь, но его все равно нет. Да, ПТС очень сильно глючит, кстати, на самом деле у меня просто нереально скакает пинг. Сейчас я все-таки тебя сдвину, ображка, я хочу на тебе проверить кумулятивы просто. С бобсами все понятно, что ты бьешься именно ура, пробиваешься. Прям отлично. Сейчас я тебя толкну. Вот почти все. Да. Вот, ну, почти. Народа очень мало на ПТС, поэтому тренировку и сходить в ПВП или в ПВЕ или столкновение, там представили новую зимнюю карту, и ходят слухи о том, что еще одну новую карту для режима столкновения уже разработчики Mail.ru делают. Несколько новых карт ПВП делают для арматки, потому что многие игроки жалуются о том, что разрабы не вводят ничего нового. Так, ну вот, едем мальца, зарядим кумулятивные снаряды. Даже вот так вот, почти наравне. Нет пробития. Так, ну сюда ты не пробиваешься однозначно. О, появились новые звуки. Так. Люк мехода. Люк мехода, есть пробитие. В люк мехода я попал или куда? Нет заведения под башню, кумулятив не зашел. Так, в лючок. В лючок. 524, хотя бобсом я ничего не мог сделать. Так. Готово. Под башню нет смысла пробивать. Вот здесь. Нет, нет. Да, кумулятивы не такие, как бокс. Но я думаю, если заехать с бортов или в корму, то они гораздо больше урона несут. Проверим теперь тур рефлекс, у которого пробиваемость 700 мм. Получается даже, ну, скорее всего, даже в лоб можно будет пробить, по идее. 586, пробил. Так, щеки башни, они бьются, у обрашек крепкие щеки башни. Вот, сейчас посмотрим, вот сюда. Все, видите, под башню структура заходит. Под башню заходит у него. Так. Сама по себе тачанка очень интересная, и на основе, я думаю, будет пользоваться популярностью у игроков, потому что все именно ждали ту самую 80-ку, которая будет динамическая защита и т.н. Ну и потому что поле страдания на обычной 80-ке, которая сейчас есть на основе, должна была чем-то компенсироваться. На шестой уровне у нас появился Т-80 ВВ, у которого тоже есть динамическая защита, но не такая, как на Т-80. В дальнейшем, скорее всего, у нас появятся новые танки таких стран, как Украина. Скорее всего, появится Т-80 Игнат, появится БМ Плот в будущем, и они тоже будут пользоваться своей популярностью. Будут расширяться ветки 64-ок. Сейчас у нас на ПТС есть несколько вариантов 64-ок, 60-ок. 9-го, кажется, года, и 76-го. И вот данная модель стоит 76-го года, посмотрите.
и на скринах в группе про Armored Warfare. Я сегодня видел, засветился, тоже Т-64 с динамической защитой. Скорее всего, наверное, он будет именно у нас в игре. Да, жуткие лаги, конечно, на ПТС. Ну, все-таки я решил сделать этот видосик, записать, несмотря на лаги, за то, что нет людей на ПТС и не с кем нормально потестить 80-ку. Ну, опять же, она исчезла из ангара. Ну, а с вами был Роуч, подписываемся на канал, ставим лайки, и в дальнейшем будет больше видео по Armored Warfare, а точнее новой ее интеграции после баланса 2.0. Ставим лайки и подписываемся на канал. С вами был Роуч, всем пока-пока.